Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy M35, и сейчас мы вместе с вами будем его первый раз настраивать. Нажимаем «Начать» и далее выбираем язык. Нажимаем «Далее». Здесь мы можем подключиться к мобильной сети, либо можем нажать «Далее», ознакомиться с политикой конфиденциальности, нажать «Принять», выбрать, как мы хотим настроить телефон. Я выбираю «Настроить вручную». И можем подключиться к сети Wi-Fi. Либо можем выключить Wi-Fi и пропустить этот шаг. И настроить все офлайн. Но лучше, конечно, подключиться. Нажимаем «Далее». Здесь мы можем скопировать приложение данных со старого устройства. Можно для этого нажать «Далее» и проследовать инструкции. Я же нажимаю «Не копировать». Теперь мы можем войти в Google аккаунт. Для этого вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Перейти» или «Далее» и вводим пароль. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Принимаю». И нажимаем «Принять». Теперь мы можем выбрать браузер, поисковую систему. Выбираем браузер, нажимаем «Использовать по умолчанию», выбираем поисковую систему. Нажимаем «Использовать по умолчанию». И далее можем настроить пароль. Я выбираю рисунок. Ввожу пароль один раз, нажимаю «Продолжить» и второй раз нажимаю «Подтвердить». Можем настроить ассистента. Нажимаем «Подтверждаю согласие». Нажимаем «Принимаю». И нажимаем «Подтверждаю согласие». Далее можем войти в Samsung аккаунт. Можно сделать это с учетной записью Google. Ознакомливаемся с условиями. Ставим галочки, нажимаем «Принять». Ага, мне нужен код. Ладно, я тогда не буду входить. Можно также при помощи электронной почты номера телефона, либо QR-кода, либо можно нажать «Забыли пароль, нет учетной записи» и создать запись, либо вспомнить пароль, либо нажать «Настроить позже» и нажать «Пропустить». Здесь мы можем ознакомиться с юридической информацией. Ставим обязательно галочку на первый пункт. Нажимаем «Принять». Нажимаем «Принять». Далее выбираем режим отображения. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». И нажимаем «Готово». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.